В рамках реализации 5 институциональных реформ, определенных главой государства в плане нации 100 конкретных шагов, в Шуйском районе набирает обороты завод по переработке щебня. Подробнее в следующем материале. ТО «Шокпартаз АД» по переработке щебня в Шуйском районе начал свою работу в 2011 году. Предприятие приобрело 21 гектар земли на 49 лет. Позже, в 2012 году, здесь запускают второй завод. В день он перерабатывает 200 кубов щебня. На сегодня предприятие обеспечивает работой около 90 местных жителей. Здесь мы производим камни трех видов: путевой, отсев и технический. Все налажено. Работаем по сменам. В каждую смену по 3 человека. Учитывая потребности внутреннего рынка, ТО «Шокпартаз АД» также принялся за производство материалов, необходимых для железных дорог, автомобильных и строительства. Так, например, завод производит три вида щебеночной фракции. У нас производится три фракции на железной дороге – 25 и 60, и 10 на 20. Это отсев, ее покупают на автомобильной дороге. Запуск предприятия поспособствовал росту экономики региона, выходу на рынок отечественной продукции, а также созданию новых дополнительных рабочих мест. Мадияр Серик, Жумахан Толиулы, 77 News.